Всем привет! Сегодня 7 января 2020 года. Как известно, во всем мире квадрокоптеры GoPro Karma перестали калиброваться успешно, не летают. И производитель до сих пор не решил эту проблему. А мне удалось. Сейчас продемонстрирую. Так, маленько прохладно уже. Калибровка, компас. Так, сейчас неудобно с камерой. Надо ее поднять сначала, потом нажать кнопку. И калибруем. Шаг 1 завершен. Проблема была в неактуальном файле, который отвечает за расчет магнитного склонения. Калибровка выполнена. Я его просто-напросто вручную скачал. Старый был до 2020 года, а новый до 2025 будет. В общем, скачал, закинул в квадрокоптер. И все, и он снова работает. Так, помехи компаса. Залетать не хочет отсюда. Давайте отсюда. Попробуем. К полету готов. Нажмите и удерживайте кнопку старт. 3, 2, 1. Страшно?